Как весна влияет на сон? Объяснение экспертов. На качество сна может повлиять даже погода. Немецкие исследователи из клиники сна и хрономедицины в больнице Святой Едвиги провели исследование, в ходе которого проанализировали, как люди спят в разное время года. Оказалось, что летом продолжительность ночного отдыха короче, чем осенью и зимой. Сомнологам удалось узнать, что зимой общее время сна длиннее примерно на час, чем летом. При этом быстрая фаза сна длиннее на полчаса. Такие особенности регулируются так называемыми циркадными ритмами, то есть биологическими часами, которые регулируют процессы в организме. Мы обнаружили конкретные изменения в быстром и глубоком сне, двух основных стадиях сна, в течение года. Это совершенно новый фактор. При этом фаза глубокого сна, во время которой продуцируется гормон роста и обновляются ткани, в начале осени на полчаса короче, чем зимой. Сезонность глубокого сна была чем-то, чего мы не ожидали. Это гомеостатический процесс, что означает, что чем дольше вы не спите, тем более глубокий сон вам нужен для восстановления энергии. Весной люди могут испытывать некоторые проблемы со сном из-за того, что организм подстраивается под новый сезон.